байкер. Так, смотрим, как ловят профессионалы. Уже покоцали, наверное. Может, и уже съели. Странно, вообще без мотылка. По идее, мотыль-то не нужен. Но как только его нет на крючке, поклевки перестают. Значит, запах приманивает. Да, что-то есть. Не знаю. Может, не столько игра, а как запах. Вот так, пошуметь немного надо и сейчас. Он любит, когда вот, иногда, да, вот только пробурил, клюет. Чуть тишина, все, да, отходит. Да, есть такое. Ты смотри, что-то не хочет. Он не такой почему-то активный, странно. Окунь вообще странный, то активный. Опа! Отлично! Такой пойдет размер, да? Ништяк. Итак, наблюдаем поклевку окушочка. О-о-о-о-о-о! Есть! Ты смотри, надо паузу выжидать, оказывается, да? Не сразу подсекать. Вот еще какая тонкость. Я же им кучу губ оборвал. О, попер клев. Осталось три луночки. Мы идем пить чай и отправляемся за судаком на ямку, где встречается два течения. Главное, чтобы там лед был хороший. Так, очередной малец. Погружаем. Длину я мерил. Большая. На одной не люблю ложить. Там камыш постоянно зацепляет. А вот у окуня нет такой привычки, как у карася, на дно залечь, спрятаться в илу, да? Да. Я вот поэтому карася... Да, я карася с поплавком вставил. То есть он постоянно пытается на дно уйти, а поплавок его поднимает. Карася там проблема. В холодной воде умирает. Ощупляет. Самолет в движении. Я нашел. Очень проблема. Они с зимой взрываются куда-то там. Ну да, спячку как бы. В холодной воде у них анабиоз. Да, да, впадает и просто стоит. Так, попробую без мотылкой. Что это такое вообще? Надо же хоть одну рыбку сегодня поймать. Тайка разбежалась. Сейчас окуня здесь нет. Вот, пожалуйста, надо? Надо. На. Слушай, а мне понравилось. Да. На. Оказывается, я умею ловить. Так, едем дальше. Это, оказывается, эффективный способ. Стой! Мелочь, правда. Но все равно азартно. Поехали дальше. Без мотыля? Без мотыля. Как вот есть, я так и взял ее. Да что ты будешь, что тут цепанулось? Поехали.
Сидит кабан. Так, что тут за шерлицы такие у тебя? Крючки, тройнички. Самые правильные, ржавые. Хоп, все, готово. Хоп. Правда, как-то хлипко все. Может, я когда-нибудь начну жерлицы ставить. Оп, пошла. Леска сколько? 0,28. Ну да, ну, может столько. Быть. Да мне кажется. Он, блядь, нас приходит, спрашивает. 0,6, 0,7, блядь. Куда вы, блядь? Да не, 0,3 достаточно. Мне кажется. Не, может они гигантов ловят таких, что отрывает. Кто знает. Может, блядь, оторвать, блядь. Может, 3, блядь. 4. Ну да, она замучается отрывать. Если у тебя стоят поводки, ничего не будет. Да по идее, да? Пашок остался жерлицы следить. А мы... Вот здесь вот ямка. Встречаются два течения. Вот и там образовалась ямка. Сейчас мы, короче... Да, вот сейчас пока мелко. А вот оттуда вот идет речушка. Там вот поглубже уже. Ну, почти 9. Ну, она дальше туда идет, получается? Она вот идет, а берег бьет, потому что вот у берега там и такая глубина. Ты что, надо, помню, может, стрелял летом, по течнику повыше, может, подняться надо? Течняк бьет в этот берег. Вообще, и глубина около берега идет, получается. Вот если я она вот идет вот так вот и резко... Круговерт, наверное, да, какая-нибудь? Здесь жопа, нас так лодка крутила, бля. Ништяк. Знаешь, если как летом, вот эти кусты. Короче, вот поваленные деревья, вот этот куст. Мы вот тут ходили и закидывали вот где мы сейчас стоим. Вот тут я веду отводным реджигом к берегу. И... Ага. У меня за все время одна поклевка. Да. Причем так... Прям дернуло и потащило. Че, пойдемте хованем, может, доширака? Да. И будем это, там крутиться возле жерлиц. Пашок проспал весь клев. Флажок машет, блядь. Натяг, ништяк. Главное, чтобы не в камыш. Багорик не взял? Тоже крупный, да? Короче, война войной, обед по расписанию. Ты можешь закинуть пару рыбешек в свой доширак, и будет тебе уха. Жерлицы пока молчат. Время уже около 3, а мы все еще не поймали ни одной щуки. Вот рыбаки, не теряют надежды. Не прошло и часа. Давай, цепляй, у нас еще 2 жерлицы есть, неиспользованные. Хотим их поставить вон туда вот, подальше от камыша. Одну за одной, ты смотри, чё. Как это не прёт? Вот. Малец попёр. Если чё, у меня там где-нибудь есть удочка, заряженная, с такой же мормушкой, как у меня. Да? Как там это, по-моему, без шипов. У меня тут 0,10. Да это пофигу. Для такого профессионала, как я, хоть какая там. Поехали. Вот он здесь весь. Вот, пожалуйста, да. У нас тут клёв прёт, да?
Смотри. Давай вот тут вот. Вот как она идет отсюда, походу. Сейчас мы ее перегородим. Смотри. Меня клевать начал. Вроде хорошо, он пробурился рядом, у него начал клевать. Потом Денис подошел, пробурился, у него начал клевать. Там же прикольно, на этом островке разбивать. Смотри, ждем видеоотчет. Скорее бы вот это. О, сразу стало клевать. Как вот только я подобрел, какой-то весь в родинках. Ты смотри, сорвало, гад. Вот так вот мы сегодня нарыбачили окуней. Замечательная рыбалка выдалась. Клев просто бешеный. Такое редко бывает. Жерлицы у нас не выстрелили, хотя одного малька спороли. Все, в общем, на сегодня хватит. Вот с двойников, короче, малька сбили. Загибатый был одет. Он под хребет и под этот, под плавник. Почему так? Единственное, что она, видишь, мёрзшая. Ну, вмёрз, скорее всего, да, не сработал поэтому. А сама засечка не это, не произошла. Жалко. Дэн, над видео называется. Ребята, как не надо ловить рыбу. Да, так и назовем. Смотрите во всех кинотеатрах нашей родины. Смотрите и не повторяйте. Весы у кого я видал? У меня. Доставай. Давай, накидывай и свои. Давай, точно. Давай, давай, карманы выворачивайте. А там все собрал? Все, да. Я просто не знаю, весы выдержат, они же не такие весы рассчитаны. Ну и что, придержим там. А, тут еще получается. Там еще, да, ой, бля, кот там ваше сознание теряет. Слушай, что получается, плотву сбило, да? Две плотвы как раз нету. Да, нам бы никак две плотвы. Две плотвы сбиты. Вот на что клюет. Блин, да у меня не сбивалось этих двойников. Это нормальные двойники, я на. Итак, это мировой антирекорд на 5 человек, мешок, прошу заметить, целлофановый, полный рыбы. Итак, 3600. Слушай, да это серьезно. 3700. А там килограмм или ЛБ? Слушай, ну, закон бы нарушен. Прям вот на грани были. Там, по-моему, человек. Не, у нас все по чесноку. Больше 3 килограмм. А, на человека, да? Да. Ну, мы ловили, как отвод целый. Не, ну ты самый главный браконьер, вот ну куда тебе столько удочек, ну? Я все взял. Не, вру, одну не взял. Жулик.